Очередной плод цифрового партнерства Сбера и ДВФУ презентовали в рамках Восточного экономического форума его разработчики. Уникальный проект по управлению цифровой средой комплекса университета получил название «Умный кампус». В церемонии открытия принял участие заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Проект действительно уникальный, многократно повышающий скорость, безопасность и эффективность жизнеобеспечения всех объектов университета. «Умный кампус» – это система, включающая в себя несколько модулей. В единый ситуационный центр стекаются все данные, позволяющие оперативно анализировать, отслеживать состояние оборудования, внутренней среды, в том числе при помощи программы телеметрии, моментально принимать решения. У нас еще идет отслеживание пожарных тревог в системе, которую мы видим также на стене. Пожарная тревога отображается и звуком, и светом на мониторе. Предусмотрен модуль для организации ремонта систем, а также цифровая паспортизация объектов. «Умный кампус», разработанный при поддержке Сбера, позволяет на 20% снизить риск ремонтов и на 30% трудозатраты. Как отметил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, проект «Умный кампус» нацелен на то, чтобы сделать работу и преподавателей, и студентов, и исследователей комфортнее, а значит, добиться новых больших результатов.